Традиция охоты с беркутом – неотъемлемая часть культуры стран Центральной Азии. Это древнее искусство в регионе сохранили и по сей день. Приручение птицы требует много времени и высокого профессионализма. Секреты мастерства передаются из поколения в поколение. Но самое главное в этом деле – это доверие между хищной птицей и беркучи, говорят специалисты. Ведь выбравший этот путь идет по нему всю жизнь. Охота с беркутом в регионе – признанный вид спорта. Чтобы выбрать лучшую пару, здесь регулярно проводят состязания.